Муниципальное образование Невский округ расположено в левобережной части Невского района Петербурга. Территория ограничена улицами Калантай, проспектом Большевиков, улицей Дыбенко, Дальневосточным проспектом. Невский округ является частью исторической территории, известной как Веселый поселок. На восточной границе округа и основной его транспортной артерии, проспекте Большевиков, расположены две станции метро. В основном Невский округ застраивался в 70-е годы, поэтому костяк застройки – ранние брежневки, так называемая «старая панель». Это не самое комфортное, но наиболее доступное жилье сегодня. Невский округ был одним из активно застраиваемых в 2004-2007 годах, но если анализировать здесь жилой фонд, то все равно налицо преобладание старой панели. На нее здесь приходится порядка 75% всего предложения. Остальные 25% представляют недавно сданные кирпично-монолитные дома. Большим плюсом округа являются две станции метро и множество зеленых зон. В домах, приближенных к ним, стоимость квартир составляет 90-95 тысяч рублей за квадратный метр. Все предложения удаления предлагаются по цене 80-85 тысяч рублей за квадратный метр. Новый этап активной застройки веселого поселка стартовал в начале 2000-х. Один за другим здесь стали вырастать современные жилые комплексы. И за несколько лет совершенно исчезло то, что некогда было своеобразной визитной карточкой веселого поселка – многочисленные пустыри. С 70-х годов веселый поселок застраивали быстро и плотно. Оставался лишь пустырь на Искровском проспекте. Он тоже мог бы быть застроен, но его превратили в парк и назвали в честь строителей. После жилого комплекса «Аврора-2», который вот-вот будет сдан в эксплуатацию, на территории парка строителей больше нежилая некоммерческая недвижимость не возводилась. Из новых объектов здесь только церковь, храм святого апостола Петра и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сейчас Невский округ, едва ли не лучше всех остальных муниципальных образований Левобережья, обеспечен объектами социальной и коммерческой инфраструктуры, что, разумеется, влияет на стоимость жилья вторичного рынка. Вячеслав Березниченко, Андрей Любик, Всеволод Амелин, БНТ.